18 тысяч казахстанцев с ограниченными возможностями профессионально занимаются спортом. Сегодня в стране работают 8 специальных клубов и 2 школы инвалидного спорта, сообщили на брифинге в СЦК представители комитета Паралимпийских игр. Один из последних стартов, где наши спортсмены показали неплохие результаты, азиатские пара-игры в Инчхоне, на которых казахстанцы завоевали 24 медали разного достоинства. А в итоговой турнирной таблице наша сборная впервые в истории укрепилась на 11 месте. Между тем, с этого года в силу вступил закон, в рамках которого предусмотрено поощрение в размере от 4 до 50 тысяч долларов для победителей и призеров Паралимпиады, занявших места с 1 по 6. Во всех регионах мы сейчас открываем филиалы. Мы хотим как бы уже вглубь в регионы продвигать нашу работу. Вот центр, который создан сейчас при Министерстве культуры и спорта, оказывает нам большое содействие. Отрадно, что и управление уже, региональное управление спорта уделяет большое внимание. Есть несколько клубов, которые работают в паралимпийских клубах, с клубов инвалидного спорта в регионах, которые очень активно работают.